Глава региона побывал в поселке Виноградный под Анапой. Там выращивают ягоду для производства вина. Саженцы привозят из питомника, который в этом году открылся в Темрюкском районе. При этом планируется, что в будущем там вся пригодная для выращивания винограда земля будет занята только кубанскими сортами. А это около 2000 гектаров. Вениамин Кондратьев отметил, что это серьезный шаг к импортозамещению в сельском хозяйстве.